Да, Рождество – это самый добрый праздник. Но, дорогая внученька, если мы будем с тобой болтать, то не успеем нарядить елочку, а праздник вот-вот начнется. Дедушка, пойдем повесим еще пару шариков. Елка, вообще вы очень красивый. Самоцветов и мастеровым горных пещер. А девять колец были переданы человеческому роду, который превыше всего жаждал власти. В этих кольцах была заключена сила власти над каждым из народов. Но все они оказались обмануты, потому что было сделано еще одно кольцо. В стране Мордор, в окне роковой горы, темный мастерец сам брутально создал единое кольцо, потерявшееся не все такие. И в это кольцо он вложил всю жестокость, всю зло и всю жажду власти над всем живущим. Но кольцо, способное править всем. Кольцо больше всего на свете.
будет стремиться вернуться к своему хозяину. Я должен срочно вернуться в Шир, моя госпожа. Дедушка, а как же ждать тебя? Если мы не успеем одолеть армию Саурона до Рождества, то Рождество не наступит никогда. Дедушка, возьми меня с собой. Это очень опасное приключение для маленькой Снегурочки. Вот видишь, что говорит госпожа Галадриэль? Ты еще слишком мала для этого. Дедушка, прими свой прежний облик, чтобы тебя узнали друзья и опасались врагов. Дедушка, какой облик? Внученька, это здесь и Дед Мороз, а в Средиземье я и есть Гэндальф, великий волшебник. Я отправляюсь немедленно. Ну, ведь я тоже хочу с дедушкой в Средиземье. Я должна помочь ему. Я всегда его помощница. Когда мы приходим, Рождество отмечаем. Что же сделать? Как же поступить? Я обязательно должна отправиться в Средиземье вместе с дедушкой. Тебе предначертано быть вместе с Гэндальфом. Ты им нужна. Сейчас ты примешь новый
верховному Назгулу. Где Фродо из Шира? Разыщем его. С тобой мы готовы на все. Приказывай. Хорошо. Тогда за мной. По следу. Разыщем его. А вот и эльфийский лес. Мы пришли. Ну, наконец-то! Фродо, Арагорн, Гендальф. И внучка Гендальфа и Снегурочка. Знакомься, Леголас. Мы эльфы вас давно ждем. Но как вы узнали, что мы придем? Моя сестра Арвен, жена Арагорна, все сообщила мне. Орки идут по вашим следам. И с ними король чародей. Самый опасный из нас был. Самые зловещие служители Саурона. Они ищут тебя, Фродо. А мы ищем след кольца. Арвен дала нам карту, и ты должен помочь нам прочитать ее, Леголас. И ты прочтешь ее? Эти руны были написаны 3000 лет назад. Стань у серого камня, когда прострекочет дрозд. И последний луч заходящего солнца в день Дурина укажет тебе на замочную скважину. День Дурина? День Дурина – это день празднования Рождества у гномов, когда солнце и луна появляются на небе вместе. Ну что ж, друзья, тогда вперед! Глаза. Пусть поползает. Попасть в Эребор. Но где же камень? Вход в страну гномов. Давайте искать его. Ну,
засвистел дрозд, и скоро погаснет последний луч заходящего солнца. Мы должны срочно разглядеть ее. Вот она, Генри, скорее вставляй ключ. Я даже не знаю. Сдаешься?
очень, очень умные хоббиты попадаются. Ну что ж, давай вторую загадку. Что ж. Как зовут внучку Генри? Строго на восток, к самому логову Окасаурна и его армии. А за мной шел мистер Фродо, а сейчас его нет. Надо срочно вернуться в пещеру за ним. Мы не можем туда вернуться. Вход закрыт. Оттуда можно только выйти наружу теперь. Но как же нам ему помочь? Если Фродо остался в горе, значит что-то или кто-то не отпускает его. Но без него мы не можем дальше двигаться к нашей цели.
Значит, нужно разбить лагерь и ждать его здесь. Правильно, тем более давно пора сделать привал. Отлично. А где будем делать привал? Давайте найдем ровную поверхность, где не чтобы было сухо. Гимли, ты лучше знаешь, помоги. Я думаю здесь. Ты думаешь? Я думаю там. Эголас, а ты как думаешь? Мистер Фродо, что с вами? Фродо, что с тобой случилось? Я видел голема. Кольцо у него, но я не смог его отобрать. Что же нам теперь делать? Он ускользнул от меня по тайной тропе, ведущей в Мордор. Значит, кольцо отправляется к опу своего настоящего хозяина Сауруну. Нам нельзя медлить ни минуты. Рождество в опасность. Поторопимся. Вперед!
Давайте немножко вспомним, какие мы были, когда маленькие. Давай, давай, давай! 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 Давай